Здравствуйте, меня зовут Василиса, я астролог, и для Beauty 3D я представляю еженедельный гороскоп здоровья и красоты. На этой неделе, 15 февраля, исполняется ровно год нашему проекту. Год мы радуем вас своими прогнозами. Если вы хотите нас поздравить, высылайте подарки. Если вам кажется, что у окружающих бесследно пропало чувство юмора, выдохните, уже завтра все наладится. Луна перейдет в знак Весов, и чувство юмора, светская игривость и легкость в общении вернутся к людям. Вы же помните, какой завтра день и кого надо поздравлять? Меркурий тоже наконец выбрался из Козерога и оказался в Водолее, знаки дружбы, интеллектуальных бесед. То есть общение и встречи с друзьями, а особенно с единомышленниками, вас будет на этой неделе очень радовать. С начальством могут быть позиционные войны, но если вовремя пригнуться, мимо пролетит и следа не оставит. Особенно дерзкие могут в этой войне и победить, если будут продумывать каждый шаг. Впрочем, я бы не советовала рисковать. Сейчас легко втянуться в конфликт, а на убывающей Луне он может оказаться долгим. Сейчас не лучшее время для серьезных операций и травматичных аппаратных процедур. Даже родинки удалять лучше в более подходящее время. Нагружать печень перееданием и перепиванием сейчас тоже не стоит. Спорт, игры с мячом, плавание, танцы принесут гораздо больше пользы и удовольствия. Старайтесь быть подвижнее и легче в плане человеческого общения. Коварные интриги сейчас легко затеять, но их результат вряд ли вас удовлетворит. Разрешение сложных проблем и противоречий тоже лучше отложить на время. На сегодня все. Увидимся через неделю.